Именно ради туше, главного победного элемента в греко-римской борьбе, и собрались на чемпионаты первенства города борцы «Орлана» Василия и Залегаще. Главным подарком от спонсоров соревнований для организаторов и спортсменов стал, безусловно, новый красочный ковер. Так что пусть не семимильными шагами, но борьба все же набирает обороты и приковывает к себе внимание. Все-таки это олимпийский вид спорта. Самое главное – это в первую очередь настрой. В первую очередь не бояться соперника. Ну, уважать же в то же время нужно. Ну и действовать правильно, выполнять технические действия, так как отрабатывать на тренировке. Вот главное, ну, не волноваться, настроиться правильно на схватку. Плюс ко всему, популяризации способствует и онлайн-трансляция схваток в интернете. Самые зрелищные поединки продемонстрировали, как всегда, взрослые спортсмены. Ну, среди взрослых есть мастера спорта, кандидаты мастера спорта, есть призеры Центрального федерального округа. Вот. Ну, так сказать, уровень достаточно хороший. Для мастера спорта, неоднократного победителя первенства Центрального федерального округа Рамзана Аздаева, все складывалось как нельзя лучше, однако в финале пришлось признать поражение. Изначально ему, борцу-вольнику, порой непросто бывает перестроиться. Вольный как бы и ноги, и все, не стоишь на месте. А по классике можно и чуть-чуть постоять. А бывает, что ошибаешься, правила путаешь? Ну, тренера нам объясняют правила перед тем, как выйти. Не путаем. Ну, когда в паре борьбы, это уже бывает, что... Ну, иногда, да, бывает. Там ногу зацепил, да. Свой высокий статус подтвердили кандидаты в мастера спорта Денис Прилепский и Максим Корнеев, взявшие золото. Стимулом к новым победам стали для призеров новые трико в подарок от спонсоров соревнований. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».